Здравствуйте, дорогие наши слушатели, поклонники и примкнувшие к ним фанаты. Мы группа Animal Jazz, как вы видите, в полном составе собрались по одному очень важному для нас и для вас, я надеюсь, поводу, а именно год назад, практически ровно год назад, удачно очень завершился первый наш проект по краудфандингу, сбору средств, так сказать, вашему сопродюсированному нашего альбома «Фаза быстрого сна» на planete.ru. Круто тогда все прошло, я лично был в приятном шоке от того, что вы такие молодцы оказались, и благодаря вашим усилиям мы смогли выпустить, по-моему, неплохой альбом, да? Это факт. Вот. Мы ждали год, обдумывали, как дальше действовать, что делать. И вот сейчас созрели к тому, чтобы объявить о новом проекте на planete.ru, таком же проекте, в котором ваши деньги поучаствуют в нашем общем деле, а именно в выпуске нашего концертного DVD. Концерт 3 января прошел 2014 года в концертном зале «Аврора» в Санкт-Петербурге. Концерт был очень непростым в плане организации, для нас сложным, и получился очень интересным. В нем приняли участие не просто приглашенные музыканты, а наши друзья, гитарист Антон Бендер из «Последних танков» в Париже и Данил Прокопьев из «Маркшайдер Кунст», перкуссионист. То есть мы в первый раз в нашей истории отыграли полный концерт в большом составе. Но фишкой этого концерта стало еще и участие в нем струнного квартета ансамбля «Про Арте». То есть какие-то песни мы сыграли вместе со струнниками. Но сейчас не будем раскрывать, так сказать, подробности, детали, но судя по реакции людей, которые вы можете увидеть здесь, на этой странице, отзывы от некоторых, все произошло, в общем, достаточно феерически. Мы заранее, честно говоря, думали, что так и будет, поэтому заранее подготовились и сняли этот концерт с 5 камер. Не мы сняли, Can Brothers сняли. Очень крутая, молодая питерская контора. Вот эти ребята сняли то, что я видел, а я уже видел то, что они сняли. Это фантастика. Друзья мои, если мы все хотим, чтобы этот DVD увидел свет в качестве красивого диска, не просто DVD-диска, а плюс к нему еще и CD-диск в комплекте, то есть диск с отдельной записью, аудиозаписью этого концерта, по песням, тогда давайте все соберем свои силы и поучаствуем в этом нашем проекте на Planeta.ru. Открываем проект, надеемся, что у нас все получится не хуже, чем с альбомом «Фаза быстрого сна». И я в очередной раз смогу сказать в интервью в каком-нибудь потом, что в нашей стране группа Animal Jazz не просто поклонники, любители творчества, а еще и друзья и сопродюсеры наши.